Сегодня мы проводим финальный день новогоднего кубка Дорпрофжел футбольной лиги «Локомотив» на призы городского центра социальных и спортивных программ в Севастополе. По мини-футболу играют команды производственных коллективов и служб. У нас играют такие команды, которые представляют железнодорожный транспорт в Севастополе. Это команда «Пирамида», команда «РЦС», команда «ЛВЧД». Название по названию подразделений. Также у нас играет команда вневедомственной охраны, управление вневедомственной охраны Севастополя, команда управления Министерства чрезвычайных ситуаций и команда транспортной полиции. Ну и также у нас участвует команда, состоящая из членов общественной организации «Молодая гвардия» и работников управления по делам молодежи и спорта. 8 команд у нас участвуют. Значит, наш турнир продолжается в течение 6 игровых дней, то есть в течение 6 недель. Команды сначала играли предварительный этап, потом сыграли 1/4, 1/2, и вот сейчас финал. Погоди давай! Здорово, Коля! Здорово, Коля! Ну, мое пожелание этому турниру. Хотелось бы участвовать в своем возрастном цензе. Ну, хотя бы 60 лет плюс не получается, 50 плюс. Такой вопрос мы ставили. Вот что касательно волейбола. Волейбол играется через сетку, не контактный вид спорта. Но там ветераны играют через каждые 5 лет. Города сойдет 40, 45, 50, 55. Но в футболе получается, что ветеранский футбол сейчас идет от 40 лет и выше. А вот такой турнир, ну, за 17 лет. Так как у меня было 65 лет, я самый возрастной игрок. Хотелось бы, конечно, участвовать более-менее в своих соревнованиях, в возрастной группе, желательно. А так я очень благодарен вот организаторам этого турнира, что меня взяли. Мы заняли 6-е место среди 8 команд. То есть, ну, для нас это у нас 4 пенсионера в команде. Вот. Есть военные, более молодые. Так что мы довольны турниром. Спасибо организаторам турнира. Если откроется нужная вам возрастная категория, в Севастополе наберутся команды? Хотя бы плюс 50, да. Я нашел уже 4 команды. Одна с Балаклавы, одна с Камышей. Здесь 2 команды вот в районе Накимовского, ну, в районе Горпищенко. То есть есть такие 4-5 команд, 50 плюс. 60 плюс не получают, 50 плюс есть. Вот желательно, чтобы получать удовольствие от соревнований. Не то, что участвуем, но тяжеловато. Футбол – это жизнь. Жизнь как для молодых, для всех пацанов. Сегодня еще активно принимает участие в футболе и наша слабая половина человечества. Вот. Поэтому футбол, я думаю, это любимый вид спорта всех жителей, не только города-героя Севастополя, но и всего земного шара. Погода хорошая. А во сколько ты играл? Игра тоже. Счет только не устраивает. А так все хорошо. Главное здоровье, чтобы никто не покалечился. Не странно все было. Проиграли, все еще раз выиграем. Come on!
Наша команда сегодня играла за третье место, выиграли. Сейчас будем получать приз. Команда сыграна, ребята молодцы. Очень нам понравилось играть в этот вид спорта, футбол. Будем продолжать дальше это делать. Ну, турнир это раз, два раза в году. А сколько тренировок? Как вы часто вы играете? Ну, мы играем каждую неделю, по субботам. Спорт помогает консолидировать людей, сотрудников, помогает это все в работе. Peace out.